школе меня никогда не дразнили ботаником. Учился неплохо, но был слишком хулиганистым. Но сегодня я буду выступать как раз в амплуа ботаника. Всем привет, дорогие зрители! Это Лисья Нора, меня зовут Александр, и сегодня мы с вами ищем самое редкое в России растение. Обычно я никогда не скрываю, где нахожусь. Пожалуйста, ходите по этим местам, смотрите, любуйтесь, наслаждайтесь. Но сегодня я не скажу, где я. Скажем так, древние ладожские дюны, сосновый лес, холмы, песок. И среди этих холмов и песка растет маленькое чудо. Весна в лесу, время очень напряженное. Поют птицы, строят гнезда, начинают цвести первые цветы. Цветам надо успевать до тех пор, пока не распустятся листья на деревьях. Когда распустятся листья, в нижнем ярусе леса будет значительно темнее. Поэтому первыми, после долгой зимы, как только в лесу начинает таять снег, из земли выползают всем известные весенние лесные цветы. Вот печеночница. Вот медуница. А вот многим известные белые цветочки ветреницы дубравной. Дубрав у нас тут нет, но ветреница растет. А вот еще один весенний цветок можно увидеть только при большой удаче. Надо знать, куда ехать, и даже там надо знать, куда смотреть. Этот цветок не просто редкий, он уникальный. Он растет в единственном месте на всей территории России. И это место находится здесь у нас, в Ленинградской области. А цветок этот сон-трава, он же прострел, а точнее прострел обыкновенный. Если уж мы берем совсем научную латынь, то пульсатилла вульгарис. И несмотря на то, что цветок этот называется обыкновенным, никакой он не обыкновенный. Вот эти вот серые ладожские дюны, заросшие низкими соснами, это единственное место в России, где встречается этот цветок. Ну, разумеется, занесен он во все мыслимые красные книги. Подлежит строгой охране. Вот совсем недавно за уничтожение растений из красной книги ввели уголовную ответственность. Цветок действительно очень редкий и очень красивый. Давайте на него посмотрим. Сон травы здесь, на Ладоге, совсем немного. Я почти час ходил по лесу и за все это время встретил максимум 50 кустиков этого растения. Цветет оно в начале мая и в зависимости от места расположения имеет окраску от насыщенной фиолетовой до бледно-лиловой. Прострел здесь пытаются защищать и разводить. В лесу висят предупреждающие знаки, в землю вбиты колышки, видны участки, где прострел высаживают. Но почему-то диких растений в этом лесу гораздо больше, чем посаженных. Прострел относится к растениям, которые находятся под угрозой уничтожения. И гибель таких растений может обойтись виновному вплоть до 4 лет лишения свободы. Поэтому, если вы такое растение увидите, пожалуйста, не трогайте и не срывайте его. Выкапывать тоже бесполезно. Прострел размножается исключительно семенами. И выкапывать взрослые растения – это значит гарантированно его погубить. Ну что ж, походили мы и посмотрели на сон-траву. Увидите такое растение, берегите его, пожалуйста. Не трогайте, не срывайте. Я ходил по этому сосновому бору с большой опаской. Ну такое растение, это не то, что наступить, коснуться страшно. Надеюсь, вы получили удовольствие. Спасибо, что посмотрели. Смотрите мои фильмы еще, и я обязательно покажу вам еще что-нибудь интересное. До новых встреч. С вами был Александр, и это Лисья Нора. Берегите природу. Не рвите цветы. На фотографиях они всегда красивее, чем в вазе. Просто поверьте.